Мы сегодня в галерее Шилова, галерея очень известного русского, советского, российского художника. Картина «Любитель старины». Картина «Пастух», прекрасная картина «Старая москвичка». Картина называется «Доктор медицинских наук». Картина «Психея и Амур». Галерея Шилова – это автопортрет художника. Автопортрет Шилова. А это портрет режиссера, известного режиссера Меньшова, «Москва слезам не верит» и много других известных картин. Картина называется «Пробуждение». «Конец августа» называется картина. Деревня Уборы. Картина называется «Матушка Анна». Прекрасная, спокойная картина. Флоренция. Картина называется «Старик». Картина обнаженная. А вот тоже очень хорошая картина. Называется «Жизнь прожить, не поле перейти». Прекрасная картина «Жизнь прожить, не поле перейти», умудренный жизнью на фоне русской печки старик, в руках у него сигарета без фильтра «Прима», пачка «Примы». «Жизнь прожить, не поле перейти», Александр Шилов. Картина называется «Певица Татьяна Петрова». Эта картина называется «Юля». Вот теперь. Советского Союза, заслуженный сотрудник органов госбезопасности генерал-майор Соколов.
свечка. Картина называется «За утреннее». Картина называется «В мастерской художника». Это портрет Андрея Дементьева. Ну, узнаваемая личность. Сергей Михалков, известнейший поэт, отец Никиты Михалкова, Андрона Михалкова Кончаловского, муж Натальи Кончаловской, внучки художника Сурикова. Отец Валентин называется картина. Это картина художника Провоторова, героя Советского Союза, летчик-испытатель Масолов. Тетя Катя. Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. В творчестве Шилова очень много изображений, портретов священнослужителей Русской Православной Церкви. Картина называется «Февраль» Переделкина. Монахини Серафима и иеромонах Марк. За чтением Григорьева, за чтением поэта Аполлона Григорьева. Ветеран спецслужб Борилович Игорь Дмитриевич. Элла Панфилова. Узнаваемая личность. Весна Федоскина. Наталья Бронцова. Ну и снова автопортрет Шилова. Это Марк Захаров, известный театральный режиссер. Прекрасный портрет. «Вдохнул осенний хлад» называется картина. Этот портрет называется «Светлана». А эта картина называется «Катя». Ну, это узнаваемый Владимир Вольфович Жириновский, недавно ушедший из жизни. Очень характерный портрет, выражение лица. Председатель Конституционного суда Зорькин. «Святым огнем любви согреты» называется картина. «Святым огнем любви согреты». Картина называется «Серго, одинокий армянин».
это сестра милосердия. Осенняя пора. Отец Павел. Война интернациональная картина называется. Мила, это послушник Высокопетровского монастыря Шаманидзе. Послушница Татьяна Зайцева, перед причастием называется картина. Картина называется «Ира». Поднимаемся по лестнице на следующий этаж галереи Шилова. Люстра огромная с рубиновыми камнями. Картина называется «За монастырской стеной». Москвичка Маша Шилова. Маша Шилова рано ушла из жизни, трагически. Митрополит Мефодий. Сонета Петрарки называется картина. Прекрасная картина «Игумен Зиновий». Полина Серова, академик Семенов. Представитель Русской Православной Церкви, Старообрядческой Церкви, митрополит Корнилий. Картина называется «Моя бабушка». Картина называется «Маша Шилова, дочь художника». Она умерла, не дожив до зрелых лет, и Шилов ее портреты рисовал как бы той, какой она могла стать, если бы не умерла. Картина называется «Моя мама». Эта картина называется «Моя родня». Жестокая судьба матери. Это портрет Мошниковой Рожковой Елизаветы Николаевны, похоронившей трех своих детей. «Гармонии здесь воздух напоен» называется эта картина. Картина «Незабудки». Портрет Аркадия Вайнера, известного писателя. И снова Машенька Шилова, дочь художника, безвременно ушедшая из жизни. Профессор Улор, уролог Мазов. Актер Федоров.
известный режиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов. «Танец Самура» называется эта картина. Художник Провоторов. На первом этаже мы видели небольшой портрет этого художника. Народный артист СССР Георгий Жжонов. Ну, те, кто помнят фильм «Эпопею. Судьба резидента», «Ошибка резидента», «Возвращение резидента», где Георгий Жжонов играет главную роль. Узнаваемый артист, народный артист СССР Георгий Жжонов. Человек трудной судьбы. «Матушка Макария» называется картина. «Монахиня Нина» называется картина. Это картина «Подсолнухи». Не сразу замечаешь подсолнухи, но видишь, что это в руке у девушки этой. Венгерская цыганка Нана. «Неугасимая лампада» называется картина. Артист России Князев. Ну, это Гавриил Попов, в свое время мэр Москвы, Гавриил Харитонович Попов.